Это «День города», в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Рекордная утилизация. Полицейские сожгли крупную партию наркотиков. По принципу «тяни, толкай» в поселке Карцево местные автомобилисты не могут разъехаться с фурами. Ничей ручей. Мы, похоже, разобрались в истории возникновения болота на Куйбышевском шоссе. По факту гибели Рязанки от падения на нее ветки дерева возбуждено уголовное дело. Напомним, днем 3 июня у одного из детских садов Рязани шквалистым ветром на 34-летнюю женщину обрушила ветку, свисающую над забором. Рязанка получила черепно-мозговую травму, от которой чуть позже скончалась на месте происшествия. В трагической случайности прокуратура усмотрела халатность. Как показала проверка с 2017 года и в настоящее время, должностными лицами детского дошкольного учреждения не проводились работы по уходу за зелеными насаждениями. Не было обеспечено удаление аварийных, старовозрастных, больных, потерявших декоративную ценность зеленых насаждений. Не проводился обрезка крон, деревьев и кустарников, что привело к падению ветвистой части дерева за пределы территории детского сада и повлекло по неосторожности смерть жительницы областного центра. Материалы проверки прокурор направил в железнодорожное МСО, Следственному управлению Следственного комитета по Рязанской области, и по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса. Кроме того, главе администрации города Рязани внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей по содержанию зеленых насаждений на территории образовательной организации. Сегодня в плавильной печи одного из промышленных предприятий рязанские полицейские уничтожили крупную партию наркотиков – почти в 70 килограммов. Историю накопления этой кучи изучил Валерий Седов. Подмерный гул вагонетки, в плавильную печь уезжают 68 килограммов запрещенных препаратов. 15 из них – синтетический наркотик. Остальное, а это больше 50 килограммов – трын-трава. На языке официальном это звучит как наркотические вещества растительного происхождения. В общем, поднакопилось. Данные вещества полицейские изъяли в ходе ежедневной работы по противодействию незаконному обороту наркотиков, при личных досмотрах задержанных граждан, досмотрах автотранспорта, проведении обысков и осмотров мест происшествий. Наркотики являлись вещественными доказательствами по уголовным делам, по которым к настоящему времени принято судебное решение. Обвиняемые наркотрафиканты, изготовители, сбытчики, содержатели наркопритонов получили наказание в соответствии с содеянным. Это, например, кадры задержания 10 граждан республик Средней Азии. Это они в том числе. Поставщики и распространители наркотиков. У них изъяли около 4 килограммов героина. Теперь эта партия тоже в печи. А это уже фото подозреваемого в распространении наркотиков, 26-летнего рязанца. Полицейские заметили парня на одной из улиц города. Тот фотографировал стену. А когда с ним поравнялась патрульная машина, и вовсе попытался скрыться. Задержали. Как выяснилось, не просто так. У него нашли 61 сверток с порошком. Экспертиза потом установит, что это 45 граммов синтетики. Вся эта россыпь тоже на переплавку. А рязанец, скорее всего, на зону. Лет на 20. По народной 228. В печь отправятся и 64 куста конопли. Их решил вырастить 33-летний москвич. Притом не в столице, а тут, в Ряжском районе. Плюс ко всему, мужчина спрятал пакет почти с килограммом марихуаны. Наказание за часть вторую 228 до 10 лет. В сопровождении сотрудников отряда специального назначения «ГРОМ» МВД по Рязанской области вещества доставили на одно из промышленных предприятий города. Уничтожение шло под контролем межведомственной комиссии в составе представителей ОМВД, Министерства здравоохранения и Министерства природопользования Рязанской области. А вот в поселке Карцево своя история противостояния. Местная дорога, ведущая к промышленным предприятиям, раз за разом встает в 10-бальных пробках. Каждый проезд фуры буквально коллапсирует движение на этой узкой колейке. Че, как разъезжаться будем? Фонарики? Да. Такая ситуация на этой дороге в последнее время не редкость. Это поселок Карцево, через который пролегает единственный путь к заводам «Доширак» и центр «Транстехмаш». Дорога здесь узкая и вся в выбоинах. Здесь дорога идет вот с платного моста и на платный мост. Утром едут люди. Ой, забыла, Радужный, да, поселок у нас называется, Льгово, Рубцево. Там пробка большая с той стороны Дашковой песочни. Они все едут на Вишневку к нам. Здесь вообще поток.
поток машин. Вот и выходит, что на узкой, по мнению жителей, улице автомобили и большегрузы просто не разъезжаются. Кстати, к моменту приезда нашей съемочной группы местные активисты сказали, что машины будто разогнали. Обычно наоборот. Проблему этой мегапробки с поселковыми властями сначала пытались решить полюбовно. Татьяна Бирюкова, например, писала в местную администрацию 6 лет назад. Ответ был простым – денег нет. Сейчас вот помогают. Чем могут? С периодичностью проходит работа. Это идет мелкое засыпание, да, грунта, гравия какого-то, да. Но он под таким большегрузом, вот идет, например, машина, да, она вся разбивается. Это надолго не хватает. Опять же, мы сбываем погодные условия, да, что все размывается, снега. Впрочем, решение это временное, притом на теплое время года. Зимой здесь ситуация еще хуже, рассказывают местные жители. Фуры не могут подняться в горку. Два большегруза на узкой дорожке не разъедутся вообще. И вот что происходило после отъезда нашей съемочной группы. Снова пробка. Возможно, ситуацию бы исправил светофор, двух- или даже трехфазный. В любом случае, по словам жителей, дорога на балансе города. Это Октябрьский район. И какое-то решение от мэрии было бы очень кстати. Наша телекомпания составила запрос в Рязанскую администрацию. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город». В промзоне на Куйбышевском шоссе уже на протяжении 2 лет, причем и зимой, и летом, канализационный колодец – основной источник возникновения местного болота. Перекрыть течь почему-то ни у кого не получается. Герман Гущин углубился в вопрос. Вот так. На протяжении уже 2 лет вода из колодца возле одного из предприятий на Куйбышевском шоссе веселым ручьем заполняет всю территорию вокруг. Разлив теперь уже стал непроходимым болотом, в котором, по словам местных жителей, уже завелась живность – лягушки и комары. Эта территория относится к городу Рязани. Мы всячески ее поддерживаем в чистоте, в порядке, благоустраиваем ее. Приезжали, смотрели, говорили, что это ливневка, но, сами понимаете, или канализация. То есть канализация здесь не похожа. Здесь был бы запах. Вот. Ливневка тоже так круглогодично и ежедневно не может течь. Несколько месяцев назад в ответ на обращение местные жители получили гарантийное письмо. До 15 апреля 2022 года участок сетей обещали благоустроить. И частично это сделали. Но по словам Татьяны Лапиной, вода нашла другой выход. Вот эта вот территория, я говорю, вот она относится к нашему предприятию. Здесь затопило все в округе. Но пока помощи никакой, никакого результата. Наши просьбы пока не откликнулись. Нас слушают, но не слышат. Водоканал нам выдал гарантийное письмо. Все ссылаются друг на друга, и результата никакого нет. Как пояснили нам в городском водоканале, письмо гарантирует благоустройство именно в том месте, где был прорыв. Но пока там течь, благоустройство невозможно. А течь возникла из-за безрассудства коммерческих структур. Даже за промзоной нужно следить. У них провалилась система ливневой канализации. И вода дождевая и так далее, грунтов вода никуда не уходит, заполняет подвалы. Ее периодически скачивают, и она где-то нашла место свое и попадает вот в эту в телефонную канализацию, и здесь вытекает. Там, где у водоканала текло несколько лет, полгода назад, там даже по осени еще текло. Там давно все сделали, сейчас там ничего, по крайней мере, у нас не течет. По словам главного инженера водоканала Александра Никонова, уже на следующей неделе специалисты вместе с префектурой Октябрьского района соберет комиссию и окончательно прояснят, откуда в колодце вода и чья это зона ответственности. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Сотрудники ГИБДД снова проводят проверки на дорогах. На этот раз их интересуют водители автобусов с детьми. Преференций не делают никому. Сотрудники Рязанского ГИБДД усилили контроль за перевозкой детей. Ограничительные меры по COVID-19 сняты, а значит, выездных экскурсий и поездок в загородные лагеря стало больше в разы. Жестче стали и правила перевозок. Если несовершеннолетние отправляются на одном или двух автобусах, то в обязательном порядке в госавтоинспекции направляется уведомление о такой перевозке. Если же массовая перевозка несовершеннолетних осуществляется более чем 2 автобусами, то сотрудники госавтоинспекции осуществляют сопровождение таких автобусов
автобусов, и при этом еще проверяется визуально-техническое состояние транспортных средств, которые осуществляют перевозку детей. Кроме того, сотрудники ГИБДД производят корректировку документации, сверяют списки, поданные в ГИБДД, и, конечно же, инспектируют наличие самого необходимого – аптечек, огнетушителей, а также проверяют работу тахографа и, если нужно, проводят дополнительные профилактические беседы с водителями. Здоровье детей – зона их персональной ответственности. История любви написана немало, но это точно не оставит равнодушным никого. В театре драмы представили новый спектакль по одноименному роману Эрика Сигала, и это ремейк. Несколько лет назад его уже играли на этой сцене, а теперь решили пересмотреть. Новое прочтение зритель сможет увидеть после открытия сезона. Вот Марина Романюк посмотрела заранее. Они познакомились в университете. Он студент Гарварда, звезда хоккейной команды и сын миллионера. Она учится на искусствоведа и занимается музыкой, любящая дочь отца булочника. Полюбили друг друга и поженились. Через несколько лет она умерла. Простая, бесхитростная, казалось бы, история любви. Но каждый увидит ее по-своему. Ну, спектакль этот – это история любви двух молодых людей. На настоящей любви, которая так редко встречается на самом деле в жизни. И которые все так стремятся и хотят обрести, и не у всех это получается. А еще есть тема отцов и детей. Тема очень душесчипательная, потому что мы не всегда чувствуем и понимаем своих детей. Нам кажется, что мы прекрасно знаем, что им нужно. Мы не слышим их. И делаем от этого только хуже. В спектакле герои все сложности преодолевают, благодаря чему связь отца и сына восстанавливается. Между тем, счастливого конца в этом действии не будет. Все как в жизни. Роль у меня потрясающая. Вообще, на самом деле, я хочу сказать, что это большая редкость. Не всем артистам удается сыграть и получить такую роль. Конечно, это не какая-то Джульетта, да, великая, не Гамлет, да, моему партнеру достался, но... Я вот когда репетировала, я вот думала, ё-моё, не сыграю Гамлета, хотя могу, ничего страшного. Не сыграю Джульетту, уже постарела, ничего страшного. А вот то, что у меня было в моей жизни вот такое счастье, это очень ценно. Много лет назад тот же спектакль, поставленный тем же режиссером, уже был на этой сцене, но история получилась совсем другая. Я повзрослела, стала взрослее и опытнее, все-таки была еще сама молодой девушка, когда ставила спектакль этот первый раз. Но также волнительно, как и в первый раз. Как все заново. И артисты в главных ролях молодые, только поступившие в труппу. Я смотрел по видеозаписи, когда мы начали делать этот спектакль, я видел видеозаписи. Помогло вам это или наоборот? Нет, я не отталкивался. Что вы хотели сказать зрителю? Лично вы. Дороже любви нет ничего. Слезы на глазах артистов, на глазах зрителей, щемящая душу история о главном, о важном. Она непременно затронет потаенные струнки души, вне зависимости от возраста, профессии и социального статуса зрителя. Спектакль будут играть на малой сцене, что будто вовлекает в происходящее, создавая эффект интимности, камерности и причастности к происходящему. Увидеть спектакль на сцене рязанскому зрителю доведется в новом театральном сезоне осенью. Еще больше новостей на нашем сайте www.город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго.